Всем привет, с вами канал Артмания. И Димочка у нас едет к педиатру. Нам чуть попозже сегодня. И мы решили погулять вместе с вами. У нас солнечная погода. Вчера было холодно, вчера еще холоднее, да? Сегодня потеплее вроде. Аккуратно. Вот вода. Тут дом такой новый. Женька! Женька, смотри на камеру. Ну что ты дальше? Ты сейчас потыкаешься, не пойму. А Дима сегодня в новой курточке, да? Дима, тебе камера опять, да? Опять она на тебя смотрит, да? Что ты торопишься, я не пойму, Жень. Ну не бежи никуда. Вот целых два дома новых. Слушай, а их не было, по-моему, Жень. Разве? Мне кажется, построили так быстро. Где большой-то? Да еще больше есть, это маленький еще же. Сейчас это еще маленький. Он толстый, может быть, ты хотел сказать. А он там красный какой-то странный, большой. Или ты про него имел в виду? Красный. Про красный? Экскаватор. Это кран, точно. Да, экскаватор большой там. Гигантский что-то прям, да. Они, наверное, под эти дома, наверное, яму роют большую. Там же вообще гигантская. Но он, наверное, весь опускается туда. Как раз он высотой, наверное, с этот дом. Че ты глазки строишь? Мои камеры. Не торопись, Жень. Мы гуляем. Собачка. Собака. Черная, как мама. Собака. На три ямки. А тут дом какой большой, смотри. А, вот этот дом. Вот, я тебе про него говорила. Видишь, на нем какой-то пристрой странный. А вон там вообще стекла разбитые. Что-то его бросили, что ли? Стекла, видишь, разбитые. Сверху на крыше стоят еще маленькие домики. Вот я только не понимаю, каким образом там стекла разбитые. На него бросили что-то. Он недоделанный. Плитка поотваливалась. А, он в принципе весь дом брошенный. Слушай, а вон тоже, да. Внизу тоже стекло. Вот, падает. да. А я думала, он жилой, а там это.
Ничего себе, целый дом. Давай туда. А, давай туда перейдем и пройдем немножко с той стороны, посмотрим. Мы с мамой проезжали здесь, я его видела. Я думаю, странный дом какой-то. Думаю, надо сюда прийти, посмотреть. Ну, видать, денег, наверное, достроить не хватило. Давай. Тень моя. Залазили, да. Главное, пластиковые окна уже сделали, и все. Странно, почему? Сейчас приду к своему участковому. Почему он брошенный же? Не достроили. Мне главное, уже пластиковые окна же есть. Это о многом значит. А сколько, а на сколько давно стоит то? А? 5? Ничего себе. Вот так у нас. Строят, строят. Ну там вообще круглый дом, смотри. А потом бросают. Вон там-то квартира, наверное, классная. Круглым домом же. У тебя дом будет круглый шкаф-купе, круглые стены. Я? Подожди. Езжай. А, вот, попался. А такой красивый, такой беленький. Плиточка. Наверное, денег на крышу не хватило. Так классно, я вот такие, кстати, люблю. Классно, смотри, верхние. Солнечные такие. Там, к сожалению, очень большие требования. Да, интересно, где? По какой он улице стоит? Ну, это жилой, наверное, да? А окошки, смотри, узенькие какие. Одно большое, видишь? Второе большое, остальные 4 узеньких. И крыша. А смотри, на крыше тоже есть квартира. Видишь? Как крыша сделана и окно. И там, смотри, он большое окно. Перильчики какие-то. Может, мне кажется, это офисное. Сейчас. Ну, подожди, стой. Что тут, тут есть? Интеллект плюс. Летом тут симпатичнее, наверное. А вон там круглый дом. А тут вот пустырь. Ну, пойдем. Посмотрим. По какой он улице, интересно. Ленинская, 53. Какая улица? Детский сад, знаете. Наверное, в частном доме находится школа. По всей видимости. Надо, почему? Сейчас на 7 лет. Это прямо это. 51 дом. Почему так же платишь? Авангард. Ну что?
Все серое такое. Серенькое. А, это банк Авангард. Какие только банки не придумали. А этот Газбанк. Ну, вообще уже все закрылся. А там был самый большой процент годовой. Жалко. Вот эти дома. Друг напротив дружки стоят. Ни солнышка нет, ничего. Смотри, же вывеска старая. А, вон Чкалова эта улица. Чкалова находится. Или подожди. А ну да, Чкалова. Сюда. А вон там, смотри, круглые окна. Классные круглые окна. Надо сходить. Что там за музей шоколад такой? О, солнышко, хорошо. О, цветовскую. Какие цветы растут. Цветут. И вот этот дом снова. Странно. Захватила денег на пластиковый дом. Почему тогда? Наверное, мне кажется, он уже все построен, но что-то произошло, видимо. Что его не сдали. Да? Дорогу перегородили из-за этого дома. Теперь здесь должны все обходить. Да. Долгострой тут какой-то. Че его не сдали? Давай, Юпи. А вот они, ворота. Информация какая-то. Стекла разбитые. Аккуратно. Так.
Разбитые такие окна, странно. Новые. Еще один такой дом с плиточкой. Игрушка сидит. Не врежься. Тут еще не достроено. Кактус, смотри. Сколько там. Ба, снег, ничего себе. Ба, снег тут лежит. Я вообще не ожидала походить-то по снегу. Не собиралась. Думаю, все. Вот что. Аренда. Странный дом. Что там у нас по времени? 5 часов. Что, пойдем обратно? Ну да. Пока дойдем, пока талончик возьмем, пока расположимся, разденемся. Ой, дрова тут летает. А, ну смотри, этот дом поближе с этой стороны. Как сюда заходит в этот дом, интересно? Как бы там походить внутри. Больше меня интересует причина недостроя. Тем более, он уже 5 лет стоит. Занять столько места, вмухать кучу денег. И в итоге стоит там просто. Не знаю, мне непонятно. Поднимай. Раз, два, три. Дима. Раз, два, три. А где буква Д, Дима? Буква Д где? Найди букву Д. Зачем ты их убираешь? Аккуратно, аккуратно. 1, 2, 3. Дима. 2, 3. 1. Ты будешь все буковки поднимать, да? Поднимай буковки. Где у тебя буква Д, Дима? Еще.
Красиво. Да? А ты сам с собой играешь, да? А где Дима? Ку-ку. Вот он, Дима. Нет, Дима. Нет, вот он, Дима. Нет, Дима. Вот он, Дима. Нет, Димы. Нету Димы. Где Дима? Пропал Дима. Пропал Дима. Вот он, Дима. Спрятался. Нет, Димы. Нету Димы. Где Дима? Вот он, Дима. Нету Димы, опять пропал. Нашелся. Вот он, Дима. И на ужин у меня картошечка с чесночком сушеным, кориандр и этот укропчик. Немножко зеленый лучок. И рыбка соленая. Вот. Такой у меня ужин. Давай в бутылочку складывай фантики. У нас есть бутылочка, и туда Дима складывает фантики. Да, Дима? Какой фантик интересный. Ну, давай. Вот у нас бутылочка, да? Вот так туда раз. Фантик. Давай. Что, закрываешь? А фантик? Нет, сначала фантик надо. Давай. Как ты засовываешь туда? Раз, и все. На. Засовывай. А я подержу ее. Давай. Давай, давай, суй. Ну, поближе подойди. Что ты боишься? Вот. Ой, какой умничка. Столько у нас уже фантиков в бутылочке. Были просто фантики, была бутылка. Дима как-то сам взял и засунул туда. Давай. Засовывай. Ой, держи. Засовывай. Вот вам и мелкая моторика. Наполнить бутылочку фантиками. У мамы сладкоежки их, конечно же, много. Что это там? Много их там, да? Много? Давай ее заполнить надо всю. Ай, какой фантик. Это от чупа-чупса. Это мама чупа-чупс кушала, да? Какие фантики интересные. Собирай, собирай. Куда ты их сейчас?
пахнет? Скажи, пахнет чем-то вкусным. Что же это мама съела такое? Что же там было? Каша? Морковка? Может, варенье? Нет, конфетка. Конфетка там была, ты еще не знаешь пока, что это такое. Один, два, три. Понял? Один, два, три. Три фантика. Один, два, три. Давай. А ты свесься. Mm-hmm.